Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые братья и сестры, мы приглашаем вас в Бодрум с 29 сентября по 3 октября для участия в семинаре, в котором будем обсуждать очень важные семейные вопросы, такие как супружеские отношения, права супругов и пути разрешения конфликтов. Также будем обсуждать другие актуальные темы, такие как этика наставления и диалога. Ждем вас. Телеканал «Аль-Худа» вновь приглашает вас в турецкий Бодрум на ежегодный исламский тур. Мы приезжаем сюда для того, чтобы отдохнуть, не опасаясь за свое поклонение. Аллах дозволил нам отдых, и мусульмане могут провести отпуск с пользой для своей религии. Этот мир красив, и наша религия красива. И поклонение красиво. Поэтому мы выбрали это красивое место для того, чтобы мусульмане могли познакомиться с нашими братьями и их семьями с других стран, чтобы мусульмане могли отдохнуть, послушать проповеди и лекции и получить заряд положительных эмоций от проведенного времени. Мы арендуем эту гостиницу полностью специально для проведения отдыха для мусульманских семей. И мы смотрим, чтобы с нашей стороны границы харама и халяля были соблюдены. Мы создаем с помощью Аллаха условия для братьев и их семей, чтобы они смогли отдохнуть, не волнуясь ни о чем. Еще одним плюсом служит то, что мы, сотни мусульман с разных стран, знакомимся друг с другом. Приобретаем новых друзей из африканских, арабских стран и стран Европы. Сюда приезжают очень образованные братья разных профессий и направлений, и есть возможность найти будущих партнеров для бизнеса. Но самым большим достоинством мы считаем возможность присутствовать на религиозных лекциях, быть рядом с шейхами и проповедниками, имея возможность общаться с ними и задавать интересующие вопросы, связанные с религией. За подробной информацией обращайтесь по номеру +90 553 883 99 99.